Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее. Проблема безопасности детей стоит сегодня как никогда остро. Наступил новый учебный год. Именно в эти дни растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с 22 августа по 12 сентября на всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе и в Сланцевском районе, проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». В рамках этого и акция «Юный пешеход». Но цель этих акций традиционно в начале учебного года в целях адаптации детей к местам постоянного, в местах постоянного проживания, напомнить еще раз им о соблюдении мер дорожной безопасности, обеспечить их безопасность на дорогах, а взрослым водителям и родителям напомнить о необходимости соблюдения правил перевозки детей, правил проезда пешеходных переходов. На этой неделе профилактическое мероприятие «Внимание, дети» прошло около школ нашего города. Наша съемочная группа поучаствовала в одном из рейдов, в котором был выявлен один нарушитель правил перевозки детей, который перевозил ребенка, не достигшего 12-летнего возраста, на переднем сиденье пассажирском без использования каких-либо удерживающих устройств. Штраф за это нарушение, напомним, составляет 3000 рублей. Хотелось бы еще обратиться к родителям учеников начальной школы, особенно к родителям первоклассников, в начале их вот школьного пути создать со своим ребенком безопасный маршрут движения дом-школа-дом, помочь ребенку изготовить этот безопасный маршрут, изобразить его схематически и детям напоминать о том, что передвигаться в школу и возвращаться обратно надо именно вот этим безопасным маршрутом. Следующая акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма планируется в конце сентября, в преддверии 6-го международного конгресса по безопасности дорожного движения. Это будет всероссийская детская эстафета «Дорога – символ жизни».